как избавиться от боли в спине благодаря одному волшебному методу. Еще древние знали, что массаж подошвы лечебный, а некоторые точки на стопе отвечают за разные органы. Позвоночник проецируется в ребре стопы, и обнаруживаются они в виде болезненных точек. Массируя стопу, снижается напряжение в спине, уходит боль и зажатость. Массаж стопы можно делать самостоятельно. Массаж стопы. Сначала нужно найти на стопе позвоночник. Садимся на пол со скрещенными ногами, берем в руки любую стопу. Линия между пяткой и большим пальцем на внутреннем ребре – проекция позвоночника. Визуально раздели эту линию на части – крестец, поясница, грудной и шейный отдел. Большим пальцем с усилием разминаем эту линию в направлении от пятки к носку. Если есть проблемы в позвоночнике, ты почувствуешь здесь их отражение. Они ощущаются как болезненные и жесткие точки. Массируй их, и ты будешь воздействовать на позвоночник напрямую. Ты расслабляешь те нервные окончания, которые создают напряжение. Ты получишь не только приятные ощущения, но и сразу почувствуешь облегчение. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!